когда каждая секунда на вес золота. Более 10 единиц спасательной техники и 2 вертолета. Масштабные учения МЧС прошли сегодня в одном из столичных бизнес-центров. По легенде, пожар случился на высоте более 50 метров. Мастерство в ликвидации чрезвычайных ситуаций оттачивали сразу 65 спасателей. Подача сухой пены и воды, эвакуация людей с кровли здания при помощи специального троса и транспортировка пострадавших в безопасное место. Все задачи выполнены на отлично. К слову, подобные учения на высотных зданиях Минска планируют проводить ежегодно. Пожар произошел на 13 этаже. В здании оставались люди, которых надо было эвакуировать. Понадобилось спасение с кровли. Для этого мы привлекли авиацию МЧС. И с помощью авиации, нашей авиации, спасли людей, находящихся на крыше, которые были заблокированы.